хотя, может быть, он в целом и не очень большой, вот, как бы, наверное, хотелось. Алексея Егоровича почему-то ограничили, много было еще желающих. Получил, наверное, истинное удовольствие от того, какие были интересные доклады. Несмотря вот на те проблемы, которые есть в нашем обществе, я имею в виду экономического характера, политического характера, вот знаете, честно скажу, гордость распирает за российскую науку. Гордость распирает за российскую медицину. Вот. И в двух словах, давая характеристику докладам, я хочу повторить несколько раз слово «очень». Первое «очень» – это очень научный доклад. То есть настолько эти доклады имеют серьезные методики объективизации тех данных, которые здесь прозвучали, что никакого не вызывает сомнения, что здесь что-то придумано, надумано или, извините, фальсифицировано. Второе «очень». Несмотря на какие-то рамки, очень узкие тематики доклада, доклады получились очень емкие. То есть настолько всесторонне была отражена та или иная проблема медицинская, о которой говорил докладчик. Еще одно «очень» я хочу сказать, несмотря на то, что авторы являются этих докладов и тех методик и методов, ну, как бы такими оптимистами, и верят, что у них эта методика самая лучшая, только они и только этот метод нужно использовать при всех практически заболеваниях, соматоневрологических и соматических, они были очень корректны. То есть очень как-то эта корректность тоже вызывает симпатию, и можно сказать, что это является тоже такой характерной чертой нашей конференции. Ну и хочу сказать, что вот несмотря на, может быть, сложность материала, который здесь звучал, доклады получились очень доступны. Очень доступны и понятны. Я думаю, тут, наверное, специалисты разных профессий, специальностей, но все равно было очень понятно и, наверное, интересно. И хочется верить, что вот тот материал, те данные, которые прозвучали, будут нами использоваться и учитываться в нашей врачебной деятельности. Если говорить о перспективах реабилитационных каких-то наших возможностей, то, конечно, хотелось бы верить, чтобы мы поискали механизмы сочетания, комбинирования вот этих технологий, которые звучали. Я думаю, что мы только получим наибольший какой-то результат эффективности и будем сами удовлетворены, но, естественно, будут удовлетворены наши пациенты. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо вам. Нас уже поджимают. Алексей Иванович, вы мою просьбу помните, да, где я вообще не бежал?